мені дуже подобається через те, що в Україні дуже слабо пропагується українська мова, дуже великий відсоток населення. Тому я вважаю, що просування такого напрямку є дуже важливим для нашої країни. Я думаю, що участь культурних діячів у просуванні цієї справи є дуже важливою, тому що вони є носіями, вони є тим осередком української мови, українського патріотичного руху, і навколо них має зароджуватися і просуватися ця справа. Я вважаю, що развитие украинского патриотизма в нашей стране очень важно для нашего народа, потому что с помощью этого мы можем узнавать больше о нашей стране, мы можем узнавать ее историю, можем знать больше информации, ведь это также глубоко влияет на наше развитие, на наши знания. Ведь это ужасно, когда человек, живя в его стране, не знает ни истории, ничего, что связано с его родиной. Что даже не могу вам сказать, поддержат или не поддержат. Все, что пока не предлагают, ничего пока что не получается, либо не хотят его делать. Сейчас борьба идет за власть, кого-то отодвигают, кого-то подвигают, поэтому все хотят прибиться к кормушке под хорошими идеями, совсем другие интересы. К сожалению, всюду, в любой отрасли, какую ни бери, они берутся за то, что не умеют, поэтому все разваливают. Ну, я думаю, что это очень важно, потому что это будет прививать любовь людей к своей стране, и они будут больше понимать о ней, и, в принципе, не будет такого, что сейчас происходит в нашей стране, опять же. И мы сможем многое узнать, и, ну, не знаю, для меня это лично очень важно, потому что я сама с Донбасса, но я также не поддерживаю того, что происходит, и хочу, чтобы люди понимали важность себя как гражданина своей страны и осознавали свою роль в ее развитии. Поддерживаю позитивно. Я не думаю, что в нынешней обстановке у многих людей это сложится такое впечатление. Негативное? Да, да. Смотря зависит, кто исполнителя будет. Министр культуры и министр молодежи и спорта, то есть Кириленко и Жданов. Если говорить об этих людях, то я бы сказал, что да, надо, если он привлекать больше деятелей культуры, не только на самом историческом, на самом патриотическом. То есть это более широкие понятия. Не нужно с этим преувеличивать. Заниматься этим нужно в меру и не перегибать палку. Держите, нет? Нет, я думаю, сейчас есть более перспективные направления развития. Какого плана? Ну, я имею в виду более перспективные места, куда должны быть направлены бюрократические и финансовые ресурсы. Инфраструктурные вопросы, коррупционные. Без этого дальше нам нельзя двигаться. Мы раз уже наступили на эти грабли. И если дальше мы не будем воспитывать в молодежи эту идею, то дальше никакого движения нации не будет. Я думаю, все, кто политики, ну, пытаются что-то делать, все обманывают, все дурят, и мы уже никому не верим. Так, а как вы относитесь вообще к этой идее? Очень плохо. Ну, не очень плохо, но я считаю, этим должны заниматься не политики, а родители.